Здравствуйте, меня зовут Юлия. Это обзор массажных накидок от компании RelaxoStar. Компания Fujima, которая производит оба устройства, позиционирует их как мобильные, компактные приспособления, которые легко можно взять с собой в путешествие, в автомобиль, забрать в офис, на дачу, куда угодно. Почему отличается цена и каков у каждого из них набор функций? Сейчас будем разбираться. Lotus – это slim-модель, легкая, тонкая, компактная, справиться с ней может даже ребенок. Сложить и, допустим, отнести в машину. Управляется накидка с пульта. Пульт на русском языке, очень доступно и понятно все. Можно выбрать режим разминающий, шиатсу, тогда ролики будут двигаться по кругу, имитируя движение профессионального массажиста, либо выбрать режим прокат. Ролики поднимаются вверх-вниз. Также можно регулировать ширину роликов, шире делать их или уже под свои индивидуальные особенности. Можно выставить время программы 5, 10 или 15 минут. Также можно выбрать автоматические программы, их 3. Вся спина, верх спины или низ спины. С автоматической программы можно переключиться на ручное управление. Нажимаем кнопку «Зона спины» и выбираем. Двигаем ролики выше или ниже, в зависимости от того, какую зону мы хотим проработать. Плечи, середину спины или поясницу. В накидке предусмотрен режим прогрева. Нажимаем кнопку, и механизм сразу меняет цвет. Из зеленого становится оранжевым. Это значит, что ролики нагрелись. И теперь будут делать массаж, имитируя стоун-терапию. В массажной накидке Fujima Lotus предусмотрен режим вибрации. Механизм находится в сидении, в зоне ягодиц. Я протестировала все функции накидки Lotus. Могу сказать, что со своими задачами она справляется прекрасно. И, собственно говоря, она не претендует на место полноценного, полноразмерного массажного кресла. А то, для чего она предназначена, делает на 5 баллов. Она снимет усталость в конце рабочего дня, поработает с больными точками, разгонит застой крови, поможет вам расслабиться после дня, проведенного в офисе. И самое главное, что ее легко можно взять с собой в командировку или в дальнюю поездку. Ну, собственно говоря, для этого она и была создана. В отличие от более простого Lotus, модель Fujima Prime X максимально приближена к полноценному массажному креслу. Пульт также на русском языке. Все очень понятно и доступно. Есть 3D-роликовый механизм в области шеи. Он имитирует прикосновение человеческих рук. Ролики двигаются не только вверх и вниз, но и в стороны. Можно даже задать программу, в какую сторону они будут крутиться. Против часовой стрелки или по часовой стрелке. Выше подниматься или ниже. В общем, полностью индивидуальная настройка. Также можно выбрать область, которую будут массировать ролики. Вверх спины, низ спины или всю спину. Есть нагрев роликов. Можно выбрать режим, разминающую и постукивающую технику. Они расслабляют мышцы и устраняют общую усталость. Также можно зафиксировать ролики. Они перестанут двигаться и остановятся в нужном вам месте. Допустим, в области плеч, в области середины спины или в области поясницы. В модели Prime X есть также виброрежим. 3 варианта. От самого слабого к самому сильному. Вибрируют и сами массажные ролики, и сиденье. Такая же функция есть и в модели Lotus. Эта функция устраняет застой лимфы, улучшает кровообращение и способствует коррекции фигуры. И в модели Lotus, и в модели Prime X есть специальное крепление на липучке, с помощью которого накидку можно легко закрепить на автомобильном кресле, на домашнем кресле или на офисном. С накидками от компании Fujima массаж теперь доступен всегда и везде. Если у вас остались вопросы, звоните по телефону, указанному на экране. Либо приезжайте в наш демонстрационный зал. Здесь вы сможете протестировать накидки и подобрать максимально комфортную для себя. Это был обзор от компании RelaxoStar. Другие обзоры смотрите на нашем YouTube-канале.